Вы сегодня побывали на мастер-классе по живописи в Центре эстетической психологии ВИТА у Ирины Клементьевой. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления к живописи. Изменилось ли после посещения мастер-класса? Знаете, я осталась очень довольна. И на самом деле я настолько далека от живописи, от искусства, что когда увидела, что мы будем рисовать такую картину, мне показалось, что это очень сложно и вообще что может получиться. Но на самом деле было интересно, несложно, потому что Ирина помогала, всегда подходила при первой же возможности, показывала каждый шаг, все последовательно. Очень здорово, очень советую. Это творчество, это для души. Вообще просто замечательно. А мы будем счастливы видеть вас еще раз у нас. Спасибо. Спасибо.